А когда мы говорим о капиталистах или богатых бизнесменах, то я думаю, что они продают веревку, на которой их скоро повесят. Если они не удержат свою жажду к наживе и продолжат торговать советским чудовищем, тогда их повесят очень быстро, я думаю. Да они будут умолять, чтобы их убили. Но, к сожалению, скорее всего, их просто отправят на Аляску, развивать там рабство. Это все упрощенно, знаю, звучит неприятно, и знаю, что американцы не любят слушать неприятные вещи, но я дезертировал не для того, чтобы рассказывать вам про микрофильмы, джеймс-бондовские шпионские сюжеты или другие пустяки. Это все чепуха. Вам не нужен больше никакой шпионаж. Я пришел поговорить о выживании. Это вопрос выживания всей системы. Вы можете спросить, а для чего это мне? Для выживания, конечно. Потому что я сейчас в вашей лодке. И если мы тонем, то прекрасно потонем мы вместе. На планете больше нет мест, куда можно сбежать.